Знаки судьбы в нашей жизни. Человек всегда хотел хотя бы краешком глаза заглянуть в свое будущее. Но нам не дано это, но некоторые пытаются обойти запреты и пытаются узнать свою судьбу при помощи разных магов, гадалок, экстрасенсов. И не всегда удачно, нередко попадаясь на удочку мошенников. Но также хочется узнать, что там в будущем, и получить советы от Вселенной. Хотя в действительности это не так и невозможно. Ведь высшие силы посылают нам свои знаки, и их просто нужно научиться читать. Учитесь читать подсказки Вселенной. Если нам нужен совет Вселенной, то мы можем просто задать вопрос, и можно быть уверенным, что ответ вскоре будет дан. Главное, суметь его расшифровать и понять. Ведь ответ высших сил может быть дан в довольно неожиданном и нестандартном формате. К примеру, услышанной песни в автобусе или рекламного слогана на билборде. Да просто живописный вид из окна автомобиля на трассе может дать некоторую ассоциацию и найти решение волнующего вопроса. К примеру, если вера в себя и свою жизнь упала, и вы чувствуете себя одиноко и ужасно, то вернуть веру обратно может даже простая фраза на бегущей строке аптеки «Верь в себя». Иначе как это расшифровать, если не совет Вселенной? Высшие силы всегда откликаются нам, важно проявить внимательность. И для этого стоит приложить некоторые усилия, чтобы научиться видеть знаки судьбы и читать их. Спустя некоторое время это станет привычкой, и подсказки Вселенной вы будете видеть везде, и жизнь станет намного легче, и потечет в нужном направлении. Подсказки Вселенной помогают нам иметь понимание по тому, мы движемся пути или свернули не туда. Ведь если мы идем в правильном направлении, то все вокруг благоприятствует этому, если же нет, то на пути встречаются препятствия. К примеру, муж втайне от жены решит отправиться на отдых с любовницей, и во время сборов не может найти свой загранпаспорт. Без этого документа он не сможет выехать за границу. А эта вселенная подсказывает ему, что не стоит обманывать жену. Как узнать будущее и исполнять желания благодаря голосу своего сердца? Или, к примеру, о поездке в другой город вы узнаете за пару часов, уже нужно выезжать, и билетов на поезд вряд ли можно найти. Но вы все же пытаетесь, и случается невероятное, есть билет, который словно только вас и ждал. Таким образом, высшие силы показывают вам, что поездка будет удачной, и можно не беспокоиться. Знаки судьбы получают все, исключений нет. Но если срочно нужна подсказка Вселенной, а их тотчас не поступило, то можно попытаться найти ответы самостоятельно. К примеру, можно найти знаки судьбы в книге, открыв ее наугад и прочтя первые строчки, которые попались на глаза. Главное правильно все интерпретировать. Или можно получить ответ на вопрос в словах песен, на билбордах с рекламой. Это может стать ответами на волнующие вас вопросы. И не нужно будет тратиться на гадалку. Какие знаки судьбы бывают? Животные или птицы? Чаще всего подсказки Вселенной связаны с птицами, к примеру, голубями, пролетающими прямо над головой, или это может быть бабочка, которая села на руку. И тут не нужно уподобляться сказочным принцессам, которые разговаривали с животными или птичками. Здесь важно посмотреть на свои ощущения и как это существо может быть связано с вами. Попробуйте прислушаться к себе, и потом можно посмотреть, что этот знак может символизировать. Повторяющиеся числа. Наверняка у вас было такое, что вы видите на часах одинаковые цифры, к примеру, 12 часов 12 минут, их еще называют ангельскими числами. Считается, что таким образом ангелы пытаются дать человеку подсказку. В нумерологии все эти парные числа имеют свои особые значения, и расшифровав их, можно получить знаки высших сил и действовать соответственно. Синхронность. Случается, что вы только подумали о ком-то или о чем-то, и вот это случилось. Или в голове возникло слово, и буквально тут же начала звучать песня на эту тему. Или буквально минуту назад подумали, что было бы хорошо скушать пирожное, и тут на пути встретилась новая кондитерская. Но как это воспринимать, как не знаки судьбы? Сны? Это отдельное занятие, расшифровывать, что тебе пытаются сказать собственные сны. Однако если в снах также можно найти много ответов на вопросы. И если вам снится один и тот же сон, его не нужно игнорировать, а попытаться расшифровать. Ведь в нем может таиться важные знаки судьбы. Мы не можем запомнить все сны подряд, в памяти остаются только значимые. И для того, чтобы понять, что нам хотели сказать высшие силы, нужно тщательно прокрутить сон в своей голове уже днем и понять, какой смысл он несет для вас.
Если не удается понять его, то можно посмотреть в сонник или посоветоваться с психотерапевтом. Опоздание. Этот знак судьбы говорит о том, что вам не нужно идти в это место. Возможно, что вы идете не тем путем, и нужно пересмотреть свое решение. Или в вашей жизни произошли изменения, которые нужно учесть. Все валится из рук. Нередко бывает, что все буквально валятся из рук. Не успели на автобус, оставили телефон на работе или абонент, которую нужно срочно позвонить вне зоны доступа. Это, можно сказать, классика жанра. И тогда возникает вопрос. Так ли нужно вам это делать или идти туда, если на пути препятствия? Психологи говорят о том, что пытаться войти в закрытую дверь не имеет смысла. Проявляя напористость, мы лишаем себя же альтернативного решения вопроса. Ведь его можно чаще всего решить более простым и легким путем. Попытайтесь просто отпустить ситуацию, и ответ на вопрос придет сам собой. Или то, что вы хотели получить, вовсе вам не нужно. К сожалению, многие современные люди нацелены на преодоление препятствий, им важен результат любой ценой. Но ведь можно не идти напролом, а просто достичь желаемого менее травматичным и энергозатратным способом. Важен момент. Нужно уметь поймать мгновение и понять знаки судьбы. К примеру, кошка перебежала дорогу, просто задумайтесь на мгновение, почему это так, и какой вывод можно сделать из этой подсказки высших сил. Реакция тела. За реакцией своего тела также важно следить. Если вам стало вдруг неуютно, некомфортно и неприятно, это знак Вселенной, что стоит подумать о том, правильно ли вы идете или поступаете. Следите за мыслями. Не забывайте о том, что ваши мысли тоже могут стать знаком. К примеру, вы думаете о том, что же будете носить зимой, в реальности может означать ваше волнение о будущем. Действуйте. Действия также важны, ведь просто так мечта не сбудется, нужно также поработать над этим. Верите ли вы в подсказки Вселенной или нет? Неважно, главное, верить в свои силы и себя. И помните, что интуиция также может стать верным помощником в вашей жизни.